Привет всем! Сегодня хочу поделиться о таком препарате, как гамовит, который я применяю в своем хозяйстве. Препарат мне очень нравится, очень хороший. Применение гамовита с профилактической целью. Это внутримышечно при анемии. Это старым и ослабленным животным. Также восстановление после перенесенных болезней. При повышенных нагрузках этот препарат помогает очень сильно, восстанавливает организм, также иммунитет. Также можно применять курам, несушкам для повышения яйценоскости. Это еще можно применять для сохранения суточных цыплят путем выпаивания. Вот так вот. И каждый птицевод не всегда придерживается нормам, рекомендации от производителя. То есть это получается годами проверенный опыт позволяет также в животноводстве, птицеводстве, неважно, уже составлять свои дозировки к примеру, я применяю этот препарат усилием повышенных дозах. Это, к примеру, взять птицам взрослая особь. Это 1 миллиграмм в день 5 раза. То есть 5 дней получается. Так вот. И суточным цыплятам 1 миллиграмм на литр воды. Это проверенные мною, то, что я применяю. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. То, что непонятно, задавайте вопросы. Буду отвечать в комментариях. Всем удачи!